Проезжают ли трубы? Потому что уже их нет. А он стоит? А, стоят. Перекрыли. Кто такие? Что это за бригады? Ну, с автоматами, смотри. Ёпарасоте. Дима, назад я так не поеду. Но они все перекрыли дороги. Они туда перекрыли, сюда перекрыли. Ничего себе. И, скорее всего, через Ясногорку. Да там тоже перекрыли, скорее всего. Кто это такие? Они все дороги перекрыли. Ну, это зеленые человечки. Как их там, инопланетяне называют. Это россияне, да? Да. Черта себе, слушай, я думала, это только в кино. Мышки спят. Так что теперь Славянск не заехать, не выехать? Это флаг Российской Федерации. Может, нам выйти через флажочек? Ничего себе. А есть что, Дима, это теперь город не будет не продавать? Не, они будут пропускать продукты. Просто они отфильтровывают военных. Украинских военных. Чтобы сюда не заезжать.